Сегодня Дмитрий Медведев провел видеоконференцию по подготовке к отопительному сезону. В ней принял участие премьер-министр республики Эльдар Халиков. Глава правительства страны поручил руководителям регионов вместе с правоохранительными органами урегулировать вопрос с долгами предприятий ЖКХ за топливо и энергоресурсы. Сейчас их по стране около 100 миллиардов. Подготовку нужно завершить до середины ноября и направить информацию в федеральные министерства.